кто вы рветесь в президенты? Президентом нужно быть. И в политике моменты надо просто уловить. Надо знать народ, что хочет, разобраться, что к чему. Кто внутри страну порочит, кто зажрался на корню. Президент усвоить должен, избираться, коль пошел. Не беда, что кто моложе, главное, умом дошел. Подходить сперва к народу и прислушаться к нему. Казнь и смерть тому уроду, кто разваливает страну. Убедиться в самом главном, как в достатке кто живет. И понять сущность в обратном, кто ворует, больше жрет. Если ум, а также силы, президенты коль пошли, сперва надо для России, как угодно, но крути. Было, чтоб жилье доступно, цены низкие во всем, чтобы все благополучно, жизнь была тогда путем. Главное еще поверить, с верою к тому же жить. Путь шагами не измерить, президентом нужно быть. Всех, конечно, не услышишь, и вдобавок не поймешь. Кто к тебе неровно дышит, сразу все не разберешь. Президент, друзья, по сути, это не хухры-мухры. Так же пусть Владимир Путин будет снова для страны. Так же пусть Владимир Путин для России он и мы. Так же пусть Владимир Путин будет снова для страны. Для России он и мы.